сливали мой номер телефона. Я обращаю на это внимание и такая, очень интересное сообщение. Я как раз вчера ходила в зал. Мне приходит смс. Привет, спортсменка. То есть у нас тут накачанный мужчина с очень накачанной спиной, бицепсом, да, красивая попка, симпатичный орех, смайлики убогие, максимально кринжовые, переписывается странно. Ты беременна? Я сразу подумала про то, что это стопудово мужик. Как ты могла меня забыть? Эту жопу я тебе накачал. Как относишься к тренировкам на дому? Естественно, ни с кем видеться я не буду, но пускай чувачок порадуется. Качаю одну мышцу. Тебе понравится. Но пресс хороший, симпатичненький. Прям бы трахнул, пишет. Ребят, он просто отправил мне фотографию сейчас голой письки своей. Всем огромный привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать себя на своем канале. И не одна, а вместе вот с этой прекрасной принцессой, которая сегодня будет сопровождать меня во время съемки переписки. Да, сегодня я собралась снимать для вас переписку, долгожданную вами, потому что недавно я выкладывала переписку с фейком сестры. Вам очень понравилось, что я вернулась со своими всякими различными переписками на YouTube. Поэтому я решила возобновить окончательно эту рубрику и вернуться к вам вместе с новыми переписками, вместе с новыми всякими общениями, так скажем, в социальных сетях. Я очень надеюсь, что вы будете проявлять всевозможный актив во всех социальных сетях, в особенности здесь на YouTube, потому что, ну, как вы видите, мои ролики стали выходить гораздо чаще на моем канале, подписчики снова начали расти, и, собственно, меня это безумно радует, радуют ваши комментарии, радуют ваши лайки, спасибо вам большое за то, что вы рядом, за то, что вы продолжаете смотреть мои видео. Ну и, собственно, сегодня у нас будет опять внеплановая переписка, которая началась уже в WhatsApp. Как бы это странно ни звучало, я вообще не пользуюсь этим мессенджером, да, очень редко, потому что там сидит моя бабушка, но очень часто я в основном переписываюсь в Телеграме. У меня два номера телефона, и, походу, мой старый номер телефона есть у многих, либо моих подписчиков, либо у многих людей из моего старого круга общения. Короче, он как-то распространился нормально так, что многие сейчас могут мне писать, либо пытаться взломать мои социальные сети, к которым привязаны те социальные сети, например, как мой лайф-аккаунт в Инстаграме, не приходит коды доступа. Вот такая вот всякая тема, которая меня настораживает, потому что в свое время сливали мой номер телефона. Это какой-то бред. Я его уже, если честно, везде отвязала. И я вас просила, блин, ребята, пожалуйста, не пишите мне после съемки переписки снова на вот все вот эти вот аккаунты. Прежде чем начать переписку, походу, с фитнес-тренером, как я поняла, вообще очень необычный сегодня у нас будет видос, интересный такой формат, я хочу попросить вас обязательно найти сегодня в моем видео 5 эмодзи, которые я для вас спрятала, и отправить в мой директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Ну и, собственно, подписывайтесь на мой Телеграм, я есть в Телеграме, то есть у меня есть свой Телеграм-канал, да, ну и я хочу, чтобы вы обязательно были там, потому что там у нас такое сплоченное семейство, я с вами переписываюсь и проявляю актив гораздо чаще, нежели чем на Ютубе, или в Инстаграме, или в других социальных сетях. Поэтому ссылочки на все социальные сети я отправила, ищите 5 эмодзи, отправляйте мне в директ, а я буду делать вам бесплатные расклады, лайкать ваши фотографии, и, собственно, в конце ноября я выберу 10 победителей, которым сделаю видео-приветики, и 3 из 10, которым отправлю расклады, личные расклады. Я желаю вам приятного просмотра, не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на красную кнопочку ниже, мы можем начинать, желаю вам приятного просмотра. Итак, прямо сейчас перед вами всплыла переписка, которая началась со вчерашнего дня. Вообще максимально левый для меня какой-то мужик. Но тут сообщение. 21:16. Вчера вечером, когда я ложилась спать вот с этой принцессой, которая точно так же валяется сейчас, мне приходит смс. Привет, спортсменка. Вчера все упражнения сделала, что я тебе сказал. Естественно, написано с ошибкой слово упражнение. Я обращаю на это внимание и такая, очень интересное сообщение. Я как раз вчера ходила в зал, и я подумала, может быть, какой-то мужчина либо в базе данных, либо реально тренер пробил мой номер, чтобы подкатить, потому что такое происходит, ну, достаточно часто. В 0:37, когда я уже засыпала, мне приходит уведомление. Завтра отчет мне скинь после тренировки. Какой отчет? После какой тренировки? Я вроде сегодня не планировала на тренировку идти, как бы у меня сразу несколько вопросов в голове. Во-первых, откуда? Во-вторых, какой отчет? В-третьих, кем ты для меня являешься? И почему я должна отправлять тебе какой-то отчет? Окей! За
Заходим на его аккаунт, да, как вы видите, у нас тут внизу подписано, на что я обратила внимание. Фитнес – любовь всей моей жизни, и он этот статус поменял только час назад. Чтобы вы понимали, сегодня в 10:56, никакого статуса перед этим у него не было, он вообще не всплывал. Либо он записал меня в контакты в это время, потому что я ему ответила на сообщение, либо еще что-то в этом стиле. Он пишет, через 10 часов, то есть в 10 утра, через 30 минут, внимание, да, примерно, он поменял свой статус, пишет: «Алло, Карина!» Обычно так мне пишут какие-то не сильно взрослые девчонки, которые действительно хотят, чтобы я им сию же секунду ответила. Ребят, я вас очень люблю, я очень ценю все ваши сообщения и то, что вы проявляете активность, но когда это происходит реально в личные мессенджеры, особенно когда мне пишут «Алло», ну клянусь, скажу прямо, меня это раздражает. Обратите внимание на аватарку. То есть у нас тут накачанный мужчина с очень накачанной спиной, бицепсом, да, красивая попка, симпатичный орех, красивенькие шортики. И зал очень похож на тот, куда я хожу. То есть именно поэтому у меня в голове реально всплыли вопросы, не оттуда ли он вообще, знакомый мы или незнакомый, хер его знает. Спрашиваю, что ему от меня нужно, соответственно. На тренировке позвать хотел и познакомиться поближе. Я ему пишу, а мы уже виделись, пересекались, мы не пересекались, хотя бы дай мне ответ-то на этот вопрос. И он мне отправляет мою старую фотографию. Когда я находилась в не очень здоровых отношениях, когда я поправлялась каждый день в весе, когда у меня было депрессивное состояние, и тут я после очередного обжорства, не знаю, где он нашел эту фотку, я ее выкладывала вопрос-ответ в Инстаграм свой. Тебя в Инсте видел, смотрю, поправилась, хотел помочь, я ведь многое могу. Смайлики убогие, максимально кринжовые, переписывается странно, то есть взрослый бы мужчина, например, как с аватарки, не стал бы так писать. Или ты беременна? После слова и вопроса про беременность, я сразу подумала про то, что это стопудово мужик или какой-то чувак, который скрывается за этим аккаунтом, зная, что я сейчас буду снимать переписку, либо хочет, чтобы я сняла переписку. И я ему пишу, я уже давно не выгляжу так, все нормально? Откуда эти фотографии? И он мне отвечает, в интернете откопал, ты же у нас известная модель, блогер и все дела. Окей, тут я поняла, что он уже меня знает. Я думаю, что стоит тогда познакомиться с этим прекрасным аккаунтом немножечко поподробнее, да? Я думаю, что я прямо сейчас у него спрошу, а ты кто? Расскажи о себе, после этого напишу. И спрошу, сколько тебе лет, естественно. Посмотрите, он уже отвечает. Ну вот уже, все. Просто в эту же секунду. О, кто ответил, написал. А то я до этого тебе не отвечала. Понимаешь, если бы я впервые ответила. Типа такая реакция, конечно, интересная. Как тебя зовут-то? Михаил, фитнес-тренер уже 4 года. Спорт – это жизнь, правильное питание. Еще люблю плавание, а так по жизни правильно двигаюсь, ха-ха-ха. Вот к тебе занесло. Прошу, а почему занесло? Чем-то зацепило? Он написал, ну вообще да. Нормально. Если бы мне написали вот таким вот текстом, ну вообще да, я бы сразу же бы послала, если бы всерьез переписывалась с кем-то. Как ты могла меня забыть, пишет. Эту жопу я тебе накачал. Какую жопу-то? А, вот такую жопу. Скриншот с моего Инстаграма, естественно. Опять фотография русалки. В тот раз мне отправляли фотографию с тренером, с моим реальным тренером и с русалкой. А тут сейчас мне отправляют просто мою фотографию. Твоя гибкость сводит с ума, но тебе надо еще поработать над собой. Могу помочь, если не против. Нормально, я даже не знаю, что мне на это отвечать. Хорошо, а чему ты можешь меня научить, спрошу я. Я тебя в гости приглашу, пишет, увидишь. Как относишься к тренировкам на дому? У нас тут интересные намеки пошли. Я только у себя дома тренируюсь. Естественно, ни с кем видеться я не буду, но пускай чувачок порадуется. Смотри, такому парню не откажешь, отвечает мне на сообщение, отправляет какое-то видео. Надеюсь, там будет не видео 18+, или какого-то пошлого характера, но я решусь прямо сейчас открыть и посмотреть. Погнали. Say that again, I liked it. Скажу на лицо, конечно, не мой типаж, а так нормально, он подкачался, если это, конечно, он. Где-то я это видела, напишу. Хорошо, не откажу. Вот это тебе надо есть, пишет, и отправляет фотографию зеленой еды. Тут у нас авокадо, яблочки, брокколи, зеленая, там, не знаю, что это, кукуруза? Нет, не кукуруза. Короче, вот всякая вот типа фасоли, вот эта вся история неинтересная. Из всего вот этого списка, ребят, я кушаю только фрукты,
авокадо, иногда брокколи и огурец. Это все, что я ем. Я не люблю листья салата. Если это не какой-то салат Цезарь, то листья салата я просто так не буду есть или куда-то лишний раз их добавлять и кочанами покупать. Ой, пошли тут у нас списки, как вы видите. Короче, мы поняли, да? Тут он нам посоветовал жрать зеленую еду, дальше написал: да, я крутой, ты можешь быть такой же, если будешь следовать моим рекомендациям. И отправляет: тонкая талия, девчонки, сохраняем, делаем скриншоты. Тут нам шикарный фитнес-тренер отправляет лайфхаки для тонкой талии. А то я-то сижу с огромным животом сейчас, у нас здесь ничего нету. Короче, упражнения неплохие, я вам скажу, кстати, в этой фотографии. Могу себе классный челлендж дать, хочешь? Эта фотография, ребят, можете реально заскринить, тут хорошее упражнение. Тут упражнение, которое я реально делаю. Интересно. Дальше пишет, типа Валентинка, в которой написано: отправляю виртуальный поцелуй. Пишет: от тебя очень приятно. Блин, крутые упражнения напишу. Может, тогда и на дому попробуем позаниматься. Давайте попробуем немножечко ему сдаться. Пусть подумает, что я глуповатая немножечко, да, что я вот повелась на все его вот эти сообщения. Тоже отправлю ему поцелуйчики. Пускай он гадает, что же это означает у нас. Поцелуй и каблук. Может, это я про него так говорю. Он написал: о, ты будешь счастлива. Я пока ты отвечала, на фотки твои залип. Прям бы трахнул, пишет. Господи, ребят, извиняюсь, что я это вслух произношу. Я бы так не прочитала, просто это было сейчас максимально неожиданно. Это уже все, какой-то капец. Стоило мне один раз просто написать, что попробуем на дому позаниматься, он уже тут мне какие-то прямые текста совращенные отправляет. Что-то мне такое не очень нравится. Пишет: приедешь в таком виде. Отправляет еще одну фотографию с моего инстаграма. Знаете, что я напишу? Если у тебя не такой подъезд, как на этом фото, то да. Ну, это реально, посмотрите, ребят, я тут вообще чуть ли не в заброшке. Ты на электрозаводе просто вышла с фотостудии и подумала, блин, будет интересно. Выделяющийся смотреться эта фотография. Кстати, про эмодзи не забывайте, потому что парочка уже точно спрятана была. Не забывайте их находить и отправлять мне в директ. Ха-ха-ха, главное не подъезд. Главное, какая дверка и куда она ведет. Какой кошмар. Покидай еще своих фото, напишу. И спрошу, где на тренера учился. Может, уже лично познакомимся, пишет. Смотрите, что-то он не особо горит желанием фотографии отправлять. Самоучка, курсы всякие, видео на ютубе смотрел. Но это не фитнес-тренер, ребят. Фитнес-тренер — это человек, который сдал определенные экзамены в специализированной школе, которая направлена на обучение фитнес-тренера, чем я буду заниматься, когда сделаю грудь в марте, когда у меня будет свободное время на то, чтобы реально учиться на фитнес-тренера. И когда выдают сертификаты, я спрошу, у тебя есть хотя бы какие-то сертификаты или дипломы? Но это не фитнес-тренер, напишу. Есть хоть диплом? И тут он отвечает на мой вопрос: что еще тебя во мне цепляет? Вся ты в целом, просто целостная такая, глаза красивые. Красивые. Ладно, когда мне говорят комплименты с глазами, я аж немножечко запинаться начинаю, реально. С глазами приятно, действительно. Покажи еще свое лицо, я хоть тебе тоже комплименты скажу. Господи, он отправил нам реальный сертификат какой-то. Специально для тебя сертификат, как твои губки прям сладкие, блядь. Стань кем хочешь, подарочный сертификат на право заниматься сексом с любым понравившимся мужчиной. Через знаменательные даты нужно подчеркнуть владельца сертификата, получать право на соблазнение любого понравившегося мужчины. Господи, какую-то вот реально, ей-богу, херню из интернета мне отправят. Отправлю ему злой стикер. Ну, отправляет еще какую-то фотографию. Блять, третье лицо, вообще другое. Ну, хоть бы с одного аккаунта какого-то тренера фотографии брал. Ну, что такое-то? Это же не ты, напишу. Я тут знаешь, чем сейчас занимаюсь? Чем? Качаю одну мышцу. Тебе понравится. Господи, какую мышцу он качает? Обычно так пишут, вот, ребят, максимально наивные, глупые мужики, которые пытаются возбудить девчонку и отправить ей свои гениталии. Всех мышц по паре плюс-минус. А ну покажи. Отправь поцелуй и покажу. Господи, реально озабоченный какой-то придурок. Хорошо, отправлю поцелуй. Давайте не поцелуй, давайте я ему просто блевотный стикер скину. Какой поцелуй? Так подойдет, спрошу? Ну ты красивая, гадаешь там вроде. Меня, видимо, во сне себе нагадала. В зал ходишь, смотрю, моделька. Ну, короче, пушка-бомба ты. Как вот можно вот так кринжово писать? Все, хорошо, отправлю ему поцелуйчик уже, заколебал. Я знал, что ты этого хочешь. Готова, пишет. Нет, не готова. Открыть рот от удивления. Господи, все, уже мне хочется его заблокировать. Блять.
Ребят, он просто отправил мне фотографию сейчас голой письки своей. Ну, что это такое-то? Мне даже смотреть на это не хочется. Вот я просто возьму сейчас и этот пиздец удалю у себя. Я удалила. Некрасиво. Просто взял мне хера свой, скинул. Ну, что это такое? Ребят, если это реально чел, который написал мне ради того, чтобы я сняла переписку, то это, ну, реально просто какой-то кринж. А если это чувак, который реально хотел ко мне таким образом подкатить, то, мужики, вы что творите? Что это вообще? Что происходит вообще? Какой-то абсурд. Тебе не понравился? Нет. Фу. Даю тебе шанс исправиться. Или я тебя заблокирую. Есть одна попытка. Но мы все равно его с вами кинем в ЧС, как я это люблю делать. Давай лично уже все. Давай у авиапарка. Пускай он согласится, а я уверена, он согласится. А я туда, естественно, не пойду. Я поеду на ресницы через час, и пусть он стоит, ждет. Потому что я уверена, что туда явится не тренер. И так переписываться, так общаться, разводить и отправлять мне в первый же день переписки свой хер, это вообще как какой-то абсурд, я так считаю. Но для меня это вообще какой-то ужас. До встречи. Я знал, что член зацепит. Все. Я просто в эту же секунду блокирую его аккаунт, убираю его из контактов, потому что, ну, это какой-то капец. Пускай он там, смотря на мой блог, делает все, что хочет. И в завершение просто хочу вам сказать, что, ну, для меня это реально, во-первых, какой-то трэш. Во-вторых, это максимальное неуважение. В-третьих, я вас очень прошу, не создавайте аккаунты, если все-таки со мной переписывался чувак, который хотел, чтобы либо я сняла ролик, либо что-то в этом стиле. Это неправильно, но на самом деле я так считала в начале. Сейчас у меня в голове мысли, что там действительно мужчина или парень, которого я зацепила, и он таким способом, зная, что я сейчас активно занимаюсь спортом, решил меня зацепить, еще и через всякие какие-то пошлые штучки. Я надеюсь, что вам понравилась эта переписка, пусть он там сам с собой встречается, сам себе дарит букеты, сам себе отправляет 3 абсолютно разные фотки разных мужчин. Я считаю, что это было максимально как-то неправильно, несправедливо. Не забывайте, дорогие мои, что 5 эмодзи я для вас уже спрятала. Я отвечаю вам в своих других социальных сетях. Ну и, собственно, если вы хотите, я расскажу вам одну очень интересную историю из своей жизни, тоже связанную с общением с одним фитнес-тренером, с которым у меня практически дело дошло чуть ли не до отношений. Я вам об этом ни разу не рассказывала, но расскажу в своем телеграме, телеграм-канале. Ник вы сейчас видите на своих экранах, ведьмочка Аркелян, и по ссылочке ниже в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал, отправляйте мне в директ в инстаграме и в комментариях под постами в моем телеграм-канале эти эмодзи, а я самых активных, естественно, лайкаю, я сразу вижу, что те, которые отправляют нужные эмодзи или нужные слова, которые я спрятала, я сразу же вижу этих самых активных ребят, кто смотрит мои ролики до самого конца и находят то, что нужно. Соответственно, те ребята получают от меня очень много всяких ништячков и многого другого. Поэтому, дорогие мои, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Это была переписка с каким-то неадекватным мужиком-тренером. Спасибо большое. С вами была Карина Аркелян. Ставим лайки, подписываемся еще раз на мой канал. Мне было очень приятно снять для вас еще одну переписку. А если вы хотите, чтобы я еще проверила какие-то аккаунты или кому-то написала, с кем-то связалась, то тоже пишите ваши идеи, с кем мне снять следующую переписку, ниже в комментариях. А с вами была Карина Аркелян. Еще раз повторюсь, всем пока-пока. До скорых встреч.